дорогие братья, сестры и друзья Адвентистской Церкви! Приветствую вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа! Уходящий год – это всего лишь миг между прошлым и будущим. Но мы бесконечно благодарны нашему Создателю за этот миг, за дар жизни, веры и Его водительство в 2018 году. Благодарю вас за то, что вы делились вашей добротой, теплотой и верой в скорое возвращение нашего Господа Иисуса Христа со своими друзьями и родственниками. Благодаря вашему свидетельству 200 человек решили стать членами адвентистской семьи. Лето было особенным временем для детей и молодежи. Молодежный конгресс объединил 230 молодых людей со всей страны, а лагерь следопытов – 400 детей и подростков. Приглашаю каждую церковь организовать работу с детьми и подростками и принять участие в конгрессе следопытов летом 2019 года. Поздравляю церкви Кишинева с долгожданным событием – открытием адвентистской школы в здании Униона. Около 100 детей имеют возможность получить христианское воспитание и образование. Приглашаю также церкви и в других городах и селениях открывать христианские детские сады и школы. Поздравляю город Вулканешты и местную церковь с открытием памятника 10 заповедям. Мы верим, что благословение Божье почивает на всех, соблюдающих Его закон по вере в Иисуса Христа. Как дети, мы с нетерпением ожидаем нового 2019 года. Мечтаем, планируем, ставим цели. Прежде всего, давайте не забудем нашу миссию – делиться хлебом жизни с каждым. Пусть наши молитвенные дома будут не только школой, где изучают Библию, но и теплым домом, настоящей семьей для тех, кто ищет Господа нашего Иисуса Христа. Всемирная Адвентистская Церковь объявила 2019 год годом семьи в связи со столетием организации отдела семейного служения. Осознавая кризис института семьи, приглашаем каждую церковь организовать специальные программы с целью помочь семьям строить лучшие взаимоотношения между супругами, родителями и детьми. В сентябре 2019 года на базе отдыха «Резина» пройдет семейный лагерь, на который мы всех сердечно приглашаем. Дорогие друзья, поздравляем вас и ваши семьи, тех, кто дома в Молдове, и тех, кто далеко за ее пределами, с новым 2019 годом. Пусть Новый год благодати Божьей принесет мир вашему дому, радость и надежду вашему сердцу и вдохновение для свидетельства ближним. Пусть ведет и хранит нас наш Господь в новом 2019 году. Маранафа!